Социальные предприниматели Сургута дали мастер-класс коллегам. В экономическую столицу Югры приехали создатели лучших соцпроектов Уральского федерального округа. Все они победители всероссийского конкурса. В этом году решили впервые объединиться и посмотреть, как строят бизнес коллеги из других городов. В Сургуте делегация посетила Центр детского развития «Умка». Здесь занимаются дети от 10 месяцев до 18 лет. Каждому из них индивидуальный подход. Причем работают специалисты центра не только с детьми, но и их родителями, бабушками и другими родственниками. Я беру в зал аренду КСК, либо ДК, либо кафе «Белый яд», ну, условно, да? И они собираются по 86 семей, по 123. Зачем? И когда этот маленький малыш видит, как папа берет его за руку, берет и поднимается на сцену, что папа-то сделал, по сути? На электронную почту отправил фотографию, да? А я задаю тон. Папа сильный, папа смелый, мой папа самый лучший.